Добрый вечер. 27 ноября. Вот приближается зима. Вот такая зима на Гуа. Я даже не знаю, перейду я эту реку, смотрю. Детям-то глубоко. Сейчас, наверное, 5:30 вечера. Вышла поддержать мужа. Теплая, вода теплая, прелесть. Сегодня днем пошла на пляж, ну, позагорать так, чтобы солнце меня немножко сожгло. Так все, бронхит-то и продолжается. Девчонки ко мне подошли, все окружили, сели, массаж предлагают. Бусики, браслетики, платочки. Ну вот не надо пока. Это котик, только он кверх ногами. Видите, какие тут люди талантливые. Вот такой огромный котик, а это маленькая собачка. Почему такой котик большой? Наверное, его обижали. И он решил стать больше собачек. Так, а где у нас рынок? Где рынок? Что тут у них? Изменилось что-то за время, что нас не было неделю? Как мне это все у них нравится? Ага, а я несу тебе печеньку, дарлинг, не торопись. Мы привезли маленький термос. I bring your cookie, I found. Да-да-да, не торопись, don't hurry, don't hurry. Иду, иду. В аэропорту зачем-то купил. Иду, иду. Саша заказал мне кукурузку, сейчас ее пожарят и принесут. Ага. Невероятно видеть в гуанском, так сказать, интерьере нашу Саскию, дорогую, нашу соседку по Карпатски. Сайрам, how are you? Thank you for buying our ticket. Она нам помогла купить билеты дешевые на самолет. Мы-то себе только могли по-щедрому найти за 10 тысяч, а она нам за 1800 нашла. How are you? Where you stay, Satya? Quite close to your place, yeah, I guess. Yeah. Near Arkanbar. Arkanbar. Pia guest house. Yeah, so if I go outside. Короче, она здесь остановилась возле Арканбара. From Arkanbar, when you go out. I'm opposite Arkanbar. Okay. But little. Like I understand. Very nice. Very nice. First time this direction. Масала. Ну, не важно, что принесли, то и принесли. Thank you very much. Как хорошо, прямо сюда. Сегодня такое солнце красивое. Почти нету облаков. Мне так интересно Саски увидеть в таком гуанском наряде. Она всегда в саре ходит. А что он там продает, этот товарищ? Такая корзинка у него красивая. А что продает, не поняла. Солнце село. Похоже, видео у меня будут все похожи друг на друга. Thank you.
Sir. Thank you. One time I go. Sing it too. Что-то не поняла, что это. Hello. Hello. Собаки совсем обнаглевшие. Ой, вот по ногам мне прошлась нахалка такая. По этим, по коврикам ходят. Но с другой стороны, они тут хозяйки. А мы гости. Надо будет как-то у него попросить. Так. А, где? 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 Как же? Ух ты мой, королевишна, слона-то я и не заметил. Я иду вот так вот, по низу еще, а ты наверху. Барыня какая, слушай. Не, ну с такого кресла они и не уйдут за твои полчаса. Как сядут, так Наталья сделала, чтобы вот полчаса, и все, и не засиживались. Слушай, знаешь, не, иногда да, как затянется разговор на два часа, вроде... Ой, сейчас. Ну все, у нее, кажется, клиент появился. Я ее покидаю. Не буду отвлекать человека от работы. Это важно. Клиент. How much? 100. 100? 100? Мне бы кто пораскидывал. А вот это желтенькое, вот это вот yellow, yellow, what is it? Да, что это? Сарафанчик. Can you smile? Very pretty. Take one. Adam. Ну что-то ж купить у нее надо. Хорошее, говорит, качество. Мне бы что-то такое хлопочковое. Хочется девчонкам бизнес какой-то поддержать. 100? Угу. Ну ладно, давайте куплю. Сама не влезу, подарю кому-нибудь. Чтобы не зря тут сидели, вон как обрадовались, улыбнулись. Так. This is 100 and for each 10 rupee. Father. Thank you. Welcome, welcome. Все, для каждой еще по десятке, да. Все, и подрались. И товар забросили. Все. Я думаю, их просто наняли посидеть. По десятке им будет приятно получить. Ну, потому что не бездельников как бы развращаешь, а трудовой порыв поощряешь. Вот так вот. Если влезу, сама буду носить. А не влезу, подарю. Сестре привезу. Так, а где муж-то теперь у меня?
ребята швейцарские, они могут болтать часами, просто часами. Ай-бай! Hundred rupee. Small girls, Indian selling, yes. Have many, many different things. I was sorry for them. Ну, красота. Какой мужчина будет так радоваться? Какая хорошая покупка у тебя, дорогая. Так, пошла на барабаны, посмотрю. Одевай, говорит. Одевай. Сейчас одену. У меня, кстати, и купальничек синенький. Wow. She's a, you are a famous lady and you get 100 rupee dress. Very nice. Look like new collection. $500. Новая коллекция. Ну вот, они говорят, что мне хорошо. Может пойти и красненькую купить? Приятненькая такая. Там еще другого цвета было. Вон они сидят, труженицы. Пойду им покажусь. Hello. You had one more, show me. One more this butterfly. Так, вот такая у них еще есть оранжевая. Ой, и такая. Also one more I saw. Ну? А, розовенькая. Вот какая лучше? I think this also. Подожди-ка. Здесь затяжечка сейчас. Побежала относить денежку. Угу. Они сразу относят денежки. Видимо.